С вами дзен-канал «Деревенские посиделки». Просили снять каштан, который мы сажали из орешка, из каштанчика. Вот такое вот огромное дерево уже у нас. Вот такой вот у него ствол. Правда, в этом году была очень холодная весна. И вот видите, листики немножко у него. И может быть сейчас уже холодные утренники. Это я собирала черноплодную рябину. Не обращайте внимания на руки. Вот, видите, листья подмерзли уже. Вот, дерево огромное, но в этом году холодная была весна. Он у нас вообще не цвел. Поэтому плодов на нем нет. Вот такой вот каштан. Большущий. Стоит он возле дома. С, так сказать, защищен с одной стороны зданием. Забор вот тут защищено. Ну и стоит возле дороги, потому что каштаны, они хорошо защищают территорию от всяких выхлопных газов. В общем, их сажают в основном перед дорогой. Вот там трасса у нас, машина вон ездит. Вот, вот мы его здесь посадили. Вот такой вот огромный каштанчик. Заходите к нам на канал, дзен-канал «Деревенские посиделки». Там у нас целая подборка о посадке деревьев и кустарников. Ставьте лайки.